Так, заходим и вперед! Набираем 5000 лайков, и я выпускаю новое прохождение карты в Майнкрафт. И напишите в комментарии, у вас Android или iOS. Погнали! Всем привет, друзья! С вами я, Игрок Адор, и добро пожаловать на новый видеоролик по игрушке Майнкрафт. Сегодня у нас следующее прохождение карты Слендерина The Cellar. Это вторая часть. Да, это вторая часть The Cellar, поэтому мы сегодня посмотрим. Видите, тут есть первый левел, второй левел и третий левел. Нам, скорее всего, нужно пойти на первый. Давайте мы начнем. Map Rule Start Map. Погнали! Cellar 2. Now loading. You can place the torch on the well. Use it wisely. Ага, вот мы тут появились. У нас есть вот выход. Нам нужно найти 8 книг. Хорошо, хорошо. Это я понимаю. Так, хорошо то, что нам дали факела. Это круто. Мы теперь можем освещать себе путь. Здравствуйте. О, как это крипово. Вы чувствуете эту атмосферу? Ха-ха-ха. А вы что думали? Пойдемте направо. Пойдемте направо, посмотрим, что там будет. Так, я вижу комнату. Заходим. Ага. А кто? А дверь? Дверь... О! Вау! Блин, а что, дверь сама закрывается или что? Кто закрыл мне дверь? Так, нам уже тут нужно использовать ключ. Хорошо. Сейчас мы найдем эти ключики. Блин, без факелов я бы тут обосрался бы, наверное. Хорошо, что нам дали факела. Так, комната. Вау! Тихо! Блин, пока что ни одну книгу не нашел. Блин, это печально. Ну ладно, пока еще не будем расстраиваться. Я вижу вниз спуск. Хорошо. Чё за проход? Ай-яй-яй-яй-яй. Слендерина, ну хва... А, блин, я умер, что? Адор Помидор высох. Что? Как я высох? Блин, что за абсурд? Пойдем сюда, налево. Окей, если направо не получилось, пойдем налево. О, ключ вижу уже сразу. Забрали. Хорошо. Давайте мы, наверное, откроем эту дверь. А, нет, тут ключик не нужен. Тихо. Блин, какой огромный коридор. Ребятушки, походу это огромная карта. Здравствуйте. Освещаем весь наш путь, чтобы было светло. Так, ничего нету. О, книжка. Заберись. Первая книга готова. Это на самом деле... Ой, ё-моё. На самом деле эта карта страшнее предыдущих. Потому что... Немножко крипово. Но ничего, мы не боимся. А, ты в смысле она появляется каждый раз? Как мне жить-то, блин? Так, курица. Как мне кушать? Нет, у меня жизни нету. Я даже не знаю, как восполнить жизнь. Блин, тут были бы хилки, это было бы круто. Если жизнь сама восполнялась бы, вообще было бы замечательно. Так, давайте используем один ключ. Здравствуйте. О, книжка. Забирай. Две книги готово. Так, сейчас будет Слендерина. Фу, повезло. Вставляем сюда мой факел. Не, ничего нету. Уходим. О, маленькая Слендерина! Чего? Чё? Что тут маленькая Слендерина делает? Да, ребятушки, это, конечно, подвал самый страшный в этом Майнкрафте. Опа! А кто тут вешался? Офигеть! Воу! Да! Задолбали! Кого это ж... Я нечаянно сбросил ее. Офигеть, что это было? Кого она там вешала? Походу, Слендерина, ребят. Кого-то убила и повесила на виселицу эту. Ладно, пойдемте сюда. Этот коридор бескончаемый. Да, он бесконечный. Можно идти и идти. Опа. Какая картина странная. Воу, что? Соберись. Нет, нет, ё-моё. А, книжки-то остаются. О, ха, а вы что думали? Просто так, что ли? Нет, книжки-то остались. Три книжки я собрал. Давайте пройдем быстренько сюда.
Нам нужно быстренько собрать все. Абсолютно все. Так, используем ключ. О! Четвертая. Четвертая книга есть. Осталось 4 книги собрать, и мы спокойно можем сбежать из этого коридора. О май гад. Подвал, конечно, тут стрёмный. Прям слов нет. Так, эти двери открыты. Отчего они вдруг открыты? Я не знаю. О! Пятая книга. Забираем. Хорошо. Так, у нас тут конец или что? О, нет! Это еще не конец. Там еще какой-то свет. Ладно, пробираемся туда. Я освещаю весь путь, чтобы не возвращаться обратно. Так, тут нужен ключ. Используем. Блин, задолбали! Забери, 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 забери! Yes! Забрал! О май гад, 6 книг, хорошо. Ага, тут еще один коридор. Ядрить-колотить. Сколько вы делали эту карту? Эта карта бесконечная. Ха! Откуда? Вау! Блиндерский блиндер! Заходи сюда быстренько, освещай. О, это библиотека. Тут должно быть что-нибудь. Ага, вот она. О, капец. Я все по фасту делаю. Нужно тут делать все по фасту. Если ты не будешь быстро все делать, то ты просто проиграешь. Вот это пау. Все, минус я. До свидания. Блин, нет, там какая-то дверь была. Если есть у вас какие-нибудь рекомендации, какие карты пройти, напишите в комментарии, я обязательно посмотрю. Потому что сейчас все серии Сландерины карт, возможно, закончатся, и мне нечего будет снимать именно прохождение карт. Напишите ваши рекомендации. Если ваши рекомендации будут интересными, я обязательно сыграю карту, которую вы напишите. И думаю, это будет круто. Будем продолжать играть хорроры. Хорроры в Майнкрафте. Потому что Майнкрафт, сама игра классная, мне нравится. И я думаю, вам тоже нравится эта игра. Потому что многие смотрят меня из-за Майнкрафта. Так что пишите. Ладно. Какой-то коридор. Сходим сюда. Мне самому интересно. Или мы вернулись обратно? Боже, я потерялся. Нет! Используем этот ключ. О, так это же последняя книга. Да. Теперь нам нужно просто выйти походу. Но я не досмотрел полностью эту карту. В этой стороне я еще не все расследовал. Хотя нет, я ошибаюсь. Походу все. Выход у нас тут. Показывай тут. Ё-моё. Ну что, выходим? Воу-воу-воу-воу-воу. Так-так-так-так-так-так-так. Заходим и... вперед! Вау! Вау! Congratulations! Офигеть! Эта карта классная! Миссия выполнена, мы прошли ее! Yes! Ну что ж, ребята, думаю, эта карта вам понравилась. Прикольно, да? Немножко попугались, это классно. И... классная карта Сландерины. Вон, я вижу, там Сландерина стоит, статуэтка ее. Поэтому, если, конечно же, вам понравилось... поставьте палец вверх и подпишитесь на мой канал, не забудьте про колокольчик. С вами был я, Игрок Адор, который проходит хоррор-карты в Майнкрафте ради вас. И, ребята, думаю, я пройду в следующий раз еще одну какую-нибудь карту. Именно криповую карту Слендерины, Гренни, либо ее семьи. Все, с вами был я, Игрок Адор. Всем добра, всем спасибо, всем пока!